считают, что здесь Петр Великий изображен. И конь его хорошо сложен. А у Петра была Лизетта, кобыла. А, вспомнила! Когда это было? А тут вот конь, а не какая-то кляча. Давайте лучше смотреть нашу прошлую передачу. Знаменитые петербургские наводнения никогда не поднимали горожанам настроение. На этом столбе обозначалось, докуда и когда в Петербурге вода поднималась. Но мы в воде не тонем, а в огне не горим. Сейчас мы нашу прошлую передачу повторим. Аврора. Да. На Адмиралтейских верфях сделано. И столько наделало, делано. В Чусимском сражении свой путь начала. Выстрелом из пушки революции сигнал дала. Это крейсер славных традиций. А сейчас одна из наших прошлых передач повторится. Стоит домик в городе нашем. Есть получше его и покраше. Ну, это зря. Этот домик срубили солдаты из сосновых бревен специально для царя. И после его кирпичом обложили. В нем царь и царица жили. Домик Петра Первого он называется. Тексьентово домика. Все жилое строительство в Петербурге начинается. В нем Петр Первый в начале своих славных дел проживал. Поэтому-то он про нашу передачу ничего и не знал. Да, ну, не был осведомлен, как говорится. А для его потомков наша прошлая передача повторится. Вон там Петропавловская крепость стоит. Да. Много народу на нее глядит. Да. Но мало кто разумеет, что она теперь совсем другой вид имеет. Раньше она была из дерева и земли. Да. На ней орудия стояли, которые стрелять могли. А наступил 1706 год. И крепость из камня стал строить народ. И теперь она имеет вот такой вид. А ваш телевизор одну из наших прошлых передач повторит.